Мур, привет, друг, это Зверько. Я давно обещал сделать видео про огненный выстрел, еще до того, как это отталкивание зачем-то убирали. Поскольку навык весьма неоднозначный, здесь и контроль, и урон. Я хочу показать несколько вариантов с использованием навыка. Сразу оговорюсь, это не все варианты, потому что тактических приемов множество, и лучше этот навык брать, когда играете с друзьями. И вот почему. У СНГ игроков есть в голове клише. Как, по их мнению, должен собираться тот или иной персонаж. И видя неординарность, они уходят в тильт, поскольку их стройный мир, сборка топа, игра по клише, нарушен. Предупредите свою команду, что вы берете выстрел, чтобы подкидывать им врагов. И поехали. В последнем обновлении огненному выстрелу увеличили область отталкивания. Ну и силу выстрела. С выстрелом все, я думаю, понятно. Но что с отталкиванием? После тестов область действия мне напоминает треугольник, а расстояние отталкивания всегда одно и то же. А сейчас накидаю несколько связок приемов. Рафа. Тут достаточно просто и эффективно. Рафа обладает станом, ускорением и замедлением. Миксуй навыки как удобно. Можно оглушить, обойти, оттолкнуть и замедлить. Либо сначала оттолкнуть, потом оглушить и замедлить. Вроде просто, но и удобно. Кстати, толчок теперь вызывает короткое оглушение. Поэтому можно сбивать кастующиеся навыки, вроде ульты адетты. Дигги получает дополнительный прием к своим ловушкам. Осторожный враг не всегда заходит в кусты за Дигги. Поэтому можно байтить со стороны. После чего подтолкнуть противника к минам. Грок. Вот тут непаханное поле синергии навыков. Например, первый навык дает нам возможность влезть к противнику и вытолкнуть тонкого врага к союзникам. Ведь пока заряжается первый навык, Грок неостановим контролем. Дальше, после толчка можно тут же преградить путь для противника. Либо отсечь поддержку, которая спешит к вашей жертве. Либо, если спасаешь союзника, то отталкиваешь противников и ставишь перед ними стену. Ульта тоже лучше применяется с этим толчком. Ты можешь противника придвинуть к любой стене и после этого прожать ульту. Единственное, это ловко будет получаться у игрока, знакомого с таймингами анимации Грока. Хуфра тоже прекрасно играется с этим навыком. Это же столько контроля с одного персонажа. Вылетаешь из кустов и толкаешь противника под башню или к своим союзникам. Конечно, выстрел работает и со вторым навыком. Можно обрезать прыжок врагу и оттолкнуть его к своим. И самое суперское. Ты можешь придвинуть противника к стене, чтобы максимально эффективно ультануть. Это лишь несколько примеров, которые пришли в голову. На самом деле, с дополнительным контролем можно натворить дел. Но лучше это делать с союзником, который знает, что ты будешь инициировать. Рандомные игроки банально не успевают отреагировать на такую хитрость. Пиши в комментариях, какие еще приемчики с этим навыком ты знаешь, или они просто пришли тебе в голову. Подписывайся на канал и ставь свою чудесную лапку. Удачи, друг! Смерть, смерть,